Добрий вечір, наші співвітчизники. Сьогодні, 5 липня, ввечері, ми розпочали акцію «Прапори на передову». Протягом дня приходили кияни з дітьми, гості нашої столиці і писали побажання до наших бійців. Ми вважаємо, це дуже потрібно, і ми кожен день думками там. І думаємо про перемогу, думаємо про те, що буде спокій на нашій рідній землі. Слава Україні! Скажіть, будь ласка, що це за акції і що буде, куди саме поїдуть ці прапори? Хто їх розписував? Розписували діти. Акція називається «Прапори на передову» і поїде на схід нашої країни по різним батальйонам і військовим підрозділам. Построєна така акція на Крещатике, прямо навпроти сцени. Узнавши, что сегодня везут помощь нашим бойцам, нашим героям Украины, которые отважно, героически сражаются на востоке Украины. Вот эти вот флаги, каждый флаг расписан по желаниям. Подходили люди, начиная от мала, даже маленькие детки, которые не умеют говорить, обрисовывали их ручку. До самых старых бабушек и дедушек, молодежь. Что это играет? Мысль человека – это самое главное. И люди от всего сердца, от всей души писали пожелания с лучшими пожеланиями. И мы надеемся, что ребята обрадуются этому, потому что это самый дорогой подарок. Здесь вложена душа и сердце. И все мысли, которые здесь написаны, они материализуются. И мы скорее мы победим, мы и так знаем, что мы победим. И пожелать хотим нашим ребятам огромного здоровья, удачи, и чтобы они знали, что мы с ними, мы ждем их, мы их поддерживаем, держим в таком за них палате. Слава Украине! А кто расписывал? Дети, я знаю, приходили. Дети, и дивимося, всі бажаючі. А просто хто проходив, так? Спочатку, задумалась акція, щоб це були діти. Але так підходили всі бажаючі, наскільки хотіли щось бажати, розповісти, там, звідки вони і що вони вірять в це. Сегодня был очень интересный такой вопрос. Подошла женщина, она цыганка, у нее много детей было. И маленький грудной ребенок, который они беженцы со Славянска. Она не умеет читать, очень малограмотная. Она говорит, я говорю, вы знаете, что сегодня? Она говорит, что здесь происходит? Я говорю, вот пишем Славянск, сегодня Славянское наши отстояли. Она славянская, она начала плакать, начала меня обнимать, она говорит, что правда. И она так не умеет писать, она попросила людей, чтобы ее мысли люди написали слова. И там есть спасибо за славянцев. А где это написано? Где-то она есть. Здесь даже есть китайцы и итальянцы, и итальянцы, и Израиль, и даже есть где-то на арабском. Майдан з вами, і ми будемо робити все для того, щоб захистити ваш тил. І будемо тут вимагати і тиснути на них для того, щоб вони швидше припинили цю безглузду війну. Слава Україні і героям слава!